Ты у меня молодец, послушный, умная собака. Ты уже уходишь? Ну ладно, иди. Если двор, то комаров очень много бывает, поэтому я всегда кашу и стираю зимой для собак на стенку. Да, никогда в тайге не сидится без работы. Каждый раз что-то надо делать. В последнее время хромаю, днем чуточку посплю для здоровья. За сетями сходить надо, ага, рыб почистить, уху варить или жаркой и собакам корм. А потом остальное вот мнешь, шкуру мнешь, камысы. Это мне старым. Раньше не так. За ленями надо бегать. Несколькими днями. Я 14 лет жил один в тайге. Один, только один. А там после с младшим сыном. Сперва, когда первый раз ходил, до 200, 184 оленей было. Половина сразу искосили эти волки. Половину. А потом те, которые остались. Я это сдавал, менялся. На охоту оставил. И то до осени одного только оставили. Ту забил. Халлан курдук, кенерюля кимыч курдук, кемелесана кимын курдук, жаллахсо кагыргыт тара чоран тутан тогыз тилар, верекек пиксана бар, алат гыла алгына. Это Кабалиха видел, нет? Иди сюда, иди сюда. Вот молодец, Бустик. Я это сижу. Или ты взял, наверное? Где-то припрятал, потом принес. Да? Да, бутик? Так не делай, так я завыптиваю. Как воспитывать вот так, если хоть и не очень хороший имеет собаку, пока он это, пока живой надо, замену всегда это,
чтоб собаку утила. Это лучше. А то самое дрессируешь. Дрессировать-то можно. Хоть поросенка дрессовать можно. На соболь пустить. А вот хорошая собака, это другая. Путет, мы это сейчас сети поправим и будем ставить тебе корм, мне корм. Да, Путет? Путет, ты у меня молодец, послушный, умная собака. Ты уже уходишь? Ну ладно, иди. Не, я сильно не рыбачу. Утром. И собака для собаки, и для себя. Утром сварю весь день. Ем штук 6, если ловится, хватит. Тут тайги ничего нет, придется есть. Магазина нет. Никто не даст, денег нет, долг тоже не дадут. Придется самому добывать. Меня бросил. Чуть я не утонул. Выйди. Везу. Пока время есть, летом надо приготовиться к зиме. Надо хорошенько сделать. Если хороший хозяин каждый раз проверяет, когда отклеивается, клеит, ухаживает, тогда это долго носится. Путет, ты помнишь, мы это соболя гнали, а? Как ты его гнал, а? Догнал, а? Ой, мы долго гнали. С утра до вечера, да? Все ровно ты догнал. Молодец, Путет. Ой, да комар кусается. Thank you.
Дроп неси домой. О, молодец, о, молодец. Лучше дай дрова. О, молодец, молодец. Хлеб всему голова. Это я вам сейчас покажу, как готовится таежная лепешка. Уже она готова. Вот так определяться, когда она готова. По звуку. Уже она готова. Полчет. Давай радио будем слушать. Новости. Про политику всякую, про людей хороших, про людей плохих. У кого это? Детство. На удочке тоже не рыбачил. Запрещено было на сковородке или на уху наловишь, а дальше все запрещает. А если личное будет, то тухнет, всякий зверь учует, приходят медведи, волки. Поэтому запрещает строго. Ага, попался, одного ловил. Ловил. Здоровненького. Хорошо, а? Я-ля-ла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 -
назад, вот что. Вообще-то один раз ходил след я. Самка большая придет, скоро зайдет. Если зайдет, потут и зайдет. Без звука. Тут и дело не это, тропу без звука ходит. Если увижу, подпущу ближе. Ближе. Чтоб ружье взял. Вот на этом месте много раз бывал, когда по всем маленьким.